С 1 мая текущего года автомобильная дорога Невельск-Шибунино протяженностью 26 километров находится в региональной собственности. Это означает, что все затраты на содержание дороги берет на себя областной бюджет. Тем самым снижается нагрузка на местные бюджеты. Появляется возможность перераспределения муниципального дорожного фонда на местные дороги и улицы, ускорить приведение их в нормативное состояние. Так, в 2020 году из местного бюджета на содержание дороги Невельск-Шибунино было направлено более 21 миллиона рублей. С 1 мая по 31 декабря 2021 года из областного бюджета будет выделено более 14 миллионов рублей. В результате конкурсных процедур подряд на обслуживание этой дороги выиграло муниципальное предприятие «Невельское ДРСУ». В рамках контракта оно будет заниматься летним и зимним нормативным содержанием дороги. Сюда входит окрашивание травы у обочин, замена дорожных знаков и сигнальных столбиков, восстановление разметки, окраска автобусных остановок и мостов, поддержание грунтового участка дороги, а также проведение ямочного ремонта асфальтового покрытия. Кроме того, в текущем году планируется провести диагностику состояния дороги Невельск-Шибунино с целью определения необходимых работ для включения их в план в реконструкции и капитального ремонта, составить сметы с обоснованием по привлечению необходимых объемов финансовых средств. Что касается сэкономленных средств местного бюджета, то администрация Невельского городского округа знает, на какие муниципальные дороги они пойдут в первую очередь. Мы точно должны сделать дорогу по улице Гоголя, это там, где третья школа, в этом году. Мы точно должны сделать часть автодороги по улице Советской в Горнозаводске, там, где новые дома у нас. Мы точно должны сделать вот этот самый ямочный ремонт. В конце можно ответить и на еще один важный вопрос, который интересует невельчан. О судьбе Невельского ДРСУ. Предприятие продолжает работать и закрываться не собирается. Виталий Войко, Евгений Романенко, Невельские новости.